портрет мы этот хотели сделать уже давно, и приурочен он был к 200-летию Шевченко. Но ввиду всяких событий, которые происходили, мы не смогли его реализовать. А теперь совместно с жителями с района, депутатом и вообще Коминтерновским районом мы решили сделать все-таки этот рисунок, это изображение. Все остальные портреты довольно распространенные, вы обратили внимание? И там идет он молодой, он там полон сил, энергии. А нам хотелось вот ту мудрость, которую 200 лет, это все-таки дата. И нам хотелось выбрать именно рисунок, который показывает, что это взрослый, состоявшийся человек. Ну, как-то он нам, как вам сказать, произвел на нас больше всего впечатление именно в таком виде. Это рисунок более 500 метров. То есть потом уже, когда мы пригласим представителей Книги рекордов Украины, они замеряют точно. Вы же знаете, что первая наша работа Гагарина, она около 450 метров. И на тот момент, ну вот скажем так, пока он самый большой, но Шевченко будет больше. Мы купили уже порядка там 450 баллонов, но это не все, это только основные цвета, которые пойдут на фон, на одежду и так далее. Основную палитру будет заказывать Андрей уже непосредственно на лицо, поскольку он у нас руководитель проекта, именно технический руководитель. И я думаю, что пока говорить рано, потому что мы, допустим, запланировали какое-то определенное количество цветов, а в результате обычно уходит больше. Особенность выполнения то, что это 17 этажей и довольно сложная работа. Она выше, она больше. И погода. Честно говоря, мы очень надеемся, что будет хорошая погода, и мы быстрее закончим эту работу. Потому что, в принципе, мы планируем сделать это за 2-3 недели, ну, при условии хорошей погоды. Трое. Но это как бы стартовое, то, что на старте мы предвидим, а потом, возможно, людей будет больше. Люди, которые увлекаются реально граффити, практически все могут это сделать, потому что это люди, которые любят свою работу и, в принципе, готовы на все для того, чтобы превзойти какие-то там человеческие возможности.